Пока в раздевалке проходил разбор полетов по итогам первого тайма матча за суперкубок между командами «Енисей» и «СКА-Нефтяник», главными героями на стадионе стали зрители. Юным любителям спорта предложили поучаствовать в викторине на знание русского хоккея. За ответы на вопросы полагались ценные призы – клюшки, сувениры, памятные книги о легендарном клубе «Зоркий» и даже телефон. Победитель получил гаджет из рук прославленного боксера, депутата Государственной Думы, члена исполкома Федерации хоккея с мячом России Николая Валуева. Я болею, когда мы играем с иностранцами, а вообще, когда встречаются наши команды, я болею, чтобы за то, чтобы командная игра была красивая. А сегодня я пришел наслаждаться игрой в Суперкубок России все-таки. Событие большое. Поздравляю всех, так сказать, жители Красногорска с этим событием. Не остались без приятного сюрприза в этот день и будущие чемпионы. Те, кому еще предстоит прославлять родной «Зоркий». Руководителю Красногорской академии хоккея с мячом имени Юрия Петрова вручили клюшку из комплекта, приготовленного для юных спортсменов. Спонсором подарка выступила девелоперская компания «Сити 21 век», которая активно участвует в спортивной жизни округа. Мы очень рады поддерживать детскую команду «Зоркого» по хоккею с мячом. И вот наш первый подарок – это 100 клюшек, с которыми, я надеюсь, дети получат самые высокие результаты и одержат множество побед.